привет. Съездил в магазин, купил фонарик для овоскопирования яиц. Овоскопирование будет сегодня внеплановое. Мне нужно понять, какой процент оплода идет, потому что яйца идут на продажу. Уже сделали заказ, чтобы мне в нагрузку кинуть яиц побольше на процент неоплода. Вот такой фонарик маленький. Светит ярко, работает от трех батареек ААА. Вот так он светит. Очень удобно как раз к яйцу плотно прикладывать. Купил в фикс прайсе, 50 рублей стоит. Ну вот, фонарик уже приехал домой, уже отработал то, что ему нужно было сделать, то есть просветить яйца. Сегодня у нас 8 февраля, 9 день. Температуру держим 37,8, влажность 45,50. Пока ничего не проветриваем. Автоповорот у нас автоматический. Тут охранники сидят, Ёж и Медведь. Так, о чем хотел бы сказать. Так как я яйца готовы к продаже и продаю их инкубационные именно, то у меня вот это внеплановое овоскопирование было, так, когда? 6-го, на 7-й день. Я бы не сказал, что там особо что-то видно, но я так посчитал, у меня получается примерно 17,6% неоплод. Ну, я округлил до 20% и просто покупателю потом делаю скидку 20% от стоимости. Можно, конечно, докладывать 20% яиц, но у меня кур немного, несут они максимум 5 штук в день. Так что такой результат. Я считаю, что 80-85% оплод у мини-мясных это вполне достойно. Потому что они ленивые, толстенькие, маленькие, не все у них быстро и хорошо получается. Так, ждем вывода 20 февраля. И с 10 февраля начинаем проветривать и понижаем температуру. 34 яйца у меня здесь. Ну, часть неоплод. Я, наверное, еще сегодня, либо завтра еще раз просвечу и уберу уже подозрительные и те, которые не оплодотворены. Всем спасибо за просмотр. Пока!